вот она, болезнь всех смартов первого поколения, ну не знаю, как второго, третьего, но не включается задняя передача. Вот нейтральная, вот первая, первая есть у нас, нейтральная, задняя, но и хоть ты лопни. Ноль. Причем педалька тормоза вдавлена в пол. Все как положено. Вот. Не работает. Кранты сцепления. Сзади. Не работает.